Прокуратура Ордонского района требует постановки на учет дамбы на озере Бекан. Установлено, что администрация Ордона, выявив гидротехническое сооружение, не имеющее собственника, данные об объекте в орган Госнадзора и региональное профильное министерство не направила. Из-за отсутствия сведений мероприятий на обеспечение безопасности не проводили. Сейчас принимаются меры к постановке на учет гидротехнического сооружения в качестве бесхозяйного. За фактическим устранением нарушений в прокуратуре Ордонского района установлен контроль.